А туда она убегает, эта вода. Там море. А я стою под огромной магнолией. А может быть, это фикус? У меня такой фикус дома растет. Я не знаю, я немножко в них не разбираюсь. Итак, водичка, ручейки. Сейчас еще пойду сниму, покажу плющ. Но это так, чуть-чуть плющика. Вообще его так много. Ага, вот, да, много. Вот у них прям все дерево обвило. Мне стихотворение о Крыме нравится у Адама Мицкевича. Читать сейчас не буду, а то собьюсь. Шум моря и пение птиц. И я иду по дорожке, по аллейке Воронцовского парка. Во как море шумит. Я еще к нему сейчас подойду. Я потом спущусь вообще близко. Наверх пойдешь, в город попадешь, вниз пойдешь, к морю придешь. Я к морю. О, как пенится. А вода какая красивая. Я не могу, я не перестаю любоваться этой красотой. Ну какая же красота. И это еще не все. Я подойду еще ближе. Я опущусь еще пониже. Нет, не опущусь. Спущусь еще пониже. Кусочек сентября. Сейчас проберусь к краю. Главное, не шлепнуться где-нибудь по дороге. Здесь камешки такие камешки. Так. Не знаю, что там я снимаю, потому что смотрю под ноги. Ну, кипящую пучину морскую сейчас покажу. О, какая красота! Какая красота! Мощные волны, мощные. Вот здесь просто невозможно даже не то, что в воду зайти, а даже ну, на камне не рекомендовалось бы близко сидеть к воде, потому что очень штормит. Какой цвет воды? Вы посмотрите, боже мой. Ой, какая водичка.
ты прям такая пенистая вся, белая, бело-аквамариновая. Красиво. Так, там что-то написано. Здесь где-то камень Айвазовского, возможно, это он, я не знаю. Мне не видно, но я сейчас приближу. Я не знаю, как туда пройти, может быть, я туда и пройду. Я все-таки покажу. Ага, сейчас. Да, да, теперь и я вижу. Это камень Айвазовского. Сейчас я вам его покажу. Вот, это значит в Воронцовском парке. Так, сбилась. В Воронцовском парке вот этот камень Айвазовского. Вот он там сидел и любовался на море, а потом создавал свои превосходнейшие картины. Мальчики, девочки, вы знаете, что это художник-маринист, и у него очень много картин. В общем, практически все его картины – это морская тема. Здесь так пахнет морем, здесь такая свежесть. Ну что, налюбовались? Пошли дальше.